Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, который находится у нас на предстарте Super Stars. Старт проекта назначен на 16 апреля в 16:00 по московскому времени. Активация платформы Super Stars по кнопке, друзья. Значит, в этом видео я хочу пополнить баланс. Как я и обещала, будет отдельное видео по пополнению баланса. Хочу еще раз обратить ваше внимание на маркетинг. Друзья, маркетинг шикарен. Обратите внимание, я вот ссылочку оставлю в описании под видео. Вот она, ссылочка будет в описании. Не поленитесь, посмотрите маркетинг. Маркетинг реально супер. Инновационный динамический маркетинг. Уникальная технология Комет. Вход всего 100 рублей. Нет накоплений. 100% средств уходит в сеть. От каждого личного приглашенного 100% выплата. Достаточно одного активного партнера, чтобы начать зарабатывать. Доход равен, умножается на 3. И мгновенные выплаты. Далее идет вот маркетинг. Первый уровень. Вы встали, вы оплатили 100 рублей. Вход в матрицу, да? И вы пригласили одного активного реферала. И вам на вывод идет 100 рублей. Это с первого уровня. Вы пригласили второго партнера. Также 100 рублей на вывод. Вы пригласили третьего партнера. Также 100 рублей на вывод. Итого 1, 2, 3. Это уже, что и написано вот здесь, умножается на 3. Вот 300 рублей. Вы сразу можете выводить. И 100 рублей идет на реинвест. Мы опять заходим в первую матрицу, в первый уровень за 100 рублей. И только после прохождения второго круга, когда мы пойдем уже на второй круг, идет уже накопление на второй уровень. И во втором уровне уже здесь у нас идет автоматически, когда накопится, мы перейдем. Уже здесь 300 рублей. Здесь уже, конечно, и доход больше. И все то же самое. 300 рублей на вывод. Еще 300 рублей на вывод. И еще 300 рублей. Итого уже у нас 900 рублей на вывод. И 300 рублей опять идет в реинвест. И уже со второго круга идет накопление в матрицу номер 3. На третий левел. Третий уровень. И дальше больше. Все то же самое. Здесь уже по 900 рублей. Раз, два, три. На вывод. Опять реинвест. И опять накопление идет уже в четвертый уровень. Ну, согласитесь, шикарно, шикарно, шикарно. Я такого маркетинга, конечно, не встречала. Значит, друзья, это наша домашняя страничка. Здесь будет отображаться баланс. Вот я сейчас пополню, буду, должен отобразиться. И вот здесь обратите внимание, количество партнеров. У меня 15. Здесь все партнеры суммируются. Значит, здесь не только мои лично приглашенные, но и партнеры, которые зарегистрировались по моей ссылочке, и они тоже приглашают. Значит, вот здесь вкладочка «Новости». И читаем официально презентация Super Star. Кликаем и читаем всю информацию. Я уже зачитывать не буду. Далее. Вот это Star и Автостар нам не надо. Наша матрица. Вот Super Stars. Кликаем по ней. И здесь написано: до запуска Super Stars 2 дня 6 часов 17 минут.
После чего 16 числа 16.00 здесь появится кнопочка. Мы должны ровно в 16 часов кликнуть на эту кнопочку. Понимаем, да? Потому что старт по кнопке. Будет кнопочка. Заходим и кликаем по кнопочке. Далее. Вкладочка «Финансы». Здесь у нас что? Основной баланс. История операций. Пополнить. Прикасса. Пополнить. Пайер. Я ввожу сумму 100 рублей. И подтверждаю. Буду пополнять. Вот все делаю в режиме онлайн. Перебрасывать на платежную систему Pair. Я выбираю рубли. Можно любую валюту выбирать. 96 копеек комиссию Pair берет. Подтверждаю. Сейчас меня перебросит. Опять я подтверждаю. Спасибо, не надо. И обратите внимание, мой баланс 100 рублей. Я пополнилась и преспокойно буду ждать старта. Далее, что еще я хочу сказать по поводу реферальной ссылочки. Обратите внимание на ссылочку, какая вот она. Видите, да? Значит, я копирую вот эту ссылку, кликаю, ссылка скопирована. Но она некорректна. Вот перед ссылочкой, то, что я скопировала, нужно вставить вот эти символы. Я вставляю. И все, вот у меня полноценная ссылочка стала. Я не знаю, почему они так сделали. Ну вот. Так, это я вам показала. Далее что? Команда. Здесь мои личники. У меня есть партнер, который сразу зарегистрировался. Я даже как бы и не знала об этом, пока не зашла. И уже пополнился. Вот. И как проверять партнеров? Это лично приглашенные. Вы можете нажать на любого личника своего. Например, вот человек у меня активно приглашает. И это уже партнеры моего лично приглашенного реферала, то есть партнера, который зарегистрировался по моей ссылочке. Вот. Также можно на любого нажать, например, ну, ничего не пригласил, да, никого. И вот таким вот образом можно просматривать свою структуру. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Друзья, можно установить аватар. Сюда кликните и установите свой аватар. Вкладочка «Настройки». Здесь изменение финансового пароля. Если хотите, можно изменить финансовый пароль. Вот. Далее что? И финансы еще раз возвращусь. Ну, а здесь вывод. Вывод на Pair. Сюда будем прописывать кошелек. Сюда сумму. Сюда мы будем вставлять финансовый пароль. Далее есть вывод на Kiwi. И даже есть Visa MasterCard. Мы принимаем фрикассы. Ну, сюда я как бы... Я не пользовалась вот этим. Я работаю с платежной системой Pair. Также здесь есть... Поддержка. Напишите ваше сообщение. Операторы онлайн. Если что-то вас интересует, можно задать вопрос. Также на главной страничке, друзья, есть соцсети. Я показывала в предыдущем видео. Опускаетесь в самый низ и можно как бы присоединиться к социальным сетям. Есть и чат в Телеграм, и канал в Телеграм, есть ВКонтакте, есть Ютуб, есть Инстаграм. Пожалуйста, любую соцсеть выбираем и присоединяемся.
сейчас берем свою реферальную ссылочку и начинаем активно приглашать. Достаточно одного партнера, как здесь написано, чтобы начать уже зарабатывать. Вот, достаточно одного активного партнера, чтобы начать зарабатывать. Минималка не завышена, 100 рублей. Я считаю, это небольшая сумма, а заработать, как я вам уже показала, маркетинг, можно ого-го, сколько много. Так что приглашаю в замечательный проект. Будем, друзья, работать, будем зарабатывать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!